Владимире загорелась фура. ЧП произошло около 11 утра 2 февраля возле дома номер 5 на улице Мещерская. На место оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения. Горела кабина большегруза. Из салона вырывались большие клубы дыма. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 6 квадратных метров. Судя по фото, кабина автомобиля выгорела полностью. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались от МЧС 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Дознаватели тревожного ведомства устанавливают причину пожара. А в 9 утра также 2 февраля загорелся легковой автомобиль в Гусь-Хрустальном на улице Дорожная. Судя по всему, пожар начался под капотом в моторном отсеке, но огню распространиться не дали, «Ладу Приору» удалось отстоять.